Спецоперация «Автобус» — это еще и регулярные рейды ГАИ в Запорожье. Основной акцент — маршрутки. У водителей инспекторы проверяют наличие всех необходимых документов, а в машине — аптечки, огнетушителя и функционирование запасного выхода. У нас ежегодно проводится данные мероприятия, так как водители у нас транспортных средств — это особая категория. Они должны следить не только за собой, а еще и за пассажирами, потому что при дорожно-транспортных происшествиях, как всегда, у нас страдают большое количество пассажиров. В помощь ГАИ их новый спецавтобус, буквально напичканный всевозможными измерительными приборами. Впрочем, чтобы оштрафовать водителя микроавтобуса, который перевозил стоящих в салоне пассажиров, они не понадобились. Сумма штрафа в данном случае составила 170 гривен. Но вообще, говорят инспекторы, она может доходить до 250.